Привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусные лепешки с брынзой. Хорошая замена хлебу. Для этого нам понадобится простокваша, брынза, яйца, укроп, соль, сахар, сода и мука. Брынзу натираем на терке и меленько нарезаем укроп. Все, кроме муки, соединяем в одной миске. Перемешиваем и частями добавляем муку. Замешиваем мягкое тесто. Тесто должно немножечко липнуть к рукам, не забивайте его мукой. Тесто замесили, подсыпаем слегка сверху мукой и оставляем минут на 5-10 тесту отдохнуть. После этого подпыляем разделочную поверхность мукой. У меня будет всего 4 лепешки. Я разделила тесто на 4 части и распределяю каждый шарик вот в такую тонкую лепешку. Готовить я буду в пиццемейкере от фирмы JF Grill. Это устройство отличное дополнение для любой кухни. Можно использовать для пиццы, пирогов, жарки мяса, яичницы и много чего другого. Диаметр 30 см позволяет приготовить сразу для большой семьи. Готовить сразу с двух сторон, индикаторы включения и нагрева. Антипригарное покрытие жаропрочных поверхностей, легко ухаживать и чистить. Пища не пригорает и не прилипает. Стильный итальянский дизайн, мощность высокая, 1580 Вт. Я включила пиццемейкер в розетку. Загорелся красный индикатор, ждем, пока загорится зеленый. Загорелся зеленый, открываем крышку, распределяем лепешку по поверхности, закрываем крышку и ждем. Прошло 5 минут, переворачиваю на другую сторону, закрываю крышку и ждем еще 5 минут. Лепешка готова, вот такая она с другой стороны. Распределяем вторую лепешку. Каждую лепешку смазываем сливочным маслом. И вот такие лепешки получаются внутри. Отличная замена хлебу. Хочу сказать два слова по итогу тестирования пиццемейкера. Прибор отлично справился с выпечкой. Быстро, легко и очень удобно. Если вы ищете качественную технику, могу смело вам ее порекомендовать. Всю дополнительную информацию вы можете найти на официальном сайте фирмы JF Grill. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!